Наверное, это единственная возможность сегодня, это публичность, это информирование СМИ о том, что происходит в реальности между бизнесом и фискальной службой, для того, чтобы спасти бизнес, для того, чтобы иметь возможность хоть как-то работать. Я хочу сказать следующее. Нашему предприятию за период 2012-2014 год доначислили, хочу подчеркнуть, незаконно доначислили 23 миллиона гривен. За этот период предприятие заработало 3 миллиона гривен прибыли. Только с начала этого года мы заплатили 2 миллиона 800 тысяч гривен налогов во все бюджет. Вот. Немножко о предприятии. Предприятие называется НК «Вифарт». Мы живем, работаем в Виннице и Винницкой области. Занимаемся мы оптом и розницей нефтепродуктов. Не являемся большими трейдерами, мы занимаемся средним оптом и мелким оптом. Наше предприятие насчитывает порядка 600 контрагентов, то есть покупателей по всей области. Работает 40 человек, то есть предприятие небольшое. Теперь ближе, наверное, больше о ситуации, которая у нас сложилась. Этим летом, в июле месяце, была проведена плановая проверка налоговой инспекции. В ходе этой плановой проверки, как я уже сказала, было доначислено 23 миллиона. Это налог на прибыль, НДС и штрафные санкции на эти два налога. Весь акт налоговой инспекции, кто захочет с ним ознакомиться, я предоставлю в электронном виде. Он базируется на допущениях, на мнении ревизоров, которые писали этот акт. Не брались во внимание во время проверки ни наличие первичных документов, которые подтверждают действительно наличие операций. То есть в чем суть была акта? В том, что мы якобы с некоторыми контрагентами проводили нетоварные, так называемые нетоварные сделки, то есть только на бумаге. Либо мы получали топливо безоплатно, нам это топливо дарили. И когда, если анализировать, что это за контрагенты, то очень четко видно, эти все контрагенты, которые по различным информациям контролировались или принадлежали группе компаний Курченко. Ну, кто такой Курченко, мы как бы все знаем, и получается, что нас просто назначили на сегодняшний день виноватыми в том, что компании группы Курченко, видимо, не заплатили, якобы не заплатили или имели, возможно, какие-то нарушения. Мы, естественно, не можем согласиться с этим, и мы в установленные законом сроки мы подали административный иск в наш административный суд. Несмотря на это, 19 августа следственное управление нашей налоговой возбуждает уголовное дело по факту неуплаты, уклонения от уплаты налогов. Но я хочу заметить, что 12 октября, то есть 19 августа было возбуждено дело, а 12 октября мы получили справку из налоговой инспекции, она вот лежит на столе, о том, что у нас нет задолженности перед бюджетом. Дальше началось самое интересное. 7 октября в рамках уголовного дела в офисе предприятия и на нефтебазе одновременно, параллельно проводятся обыски двумя следственными бригадами. Оба обыска проводились с очень существенными нарушениями. А именно, на нефтебазе, несмотря на то, что не было разрешения суда на эти действия, то есть в определении суда были четкие действия, регламентированные следователю. Следователь по собственной инициативе опломбирует и, как указано в акте, изымает порядка 150 тонн топлива. И я хочу еще обратить внимание, что данное топливо принадлежало не только НК «Вифар», то есть предприятие против, по факту, да, то есть нам фактически. Там находилось топливо на хранении, принадлежащие абсолютно, скажем, третьим юридическим лицам, в том числе сельхозпроизводителям. Это было 7 октября, это разгар уборочной.
Нам в течение всего периода, пока топливо было опломбировано, звонили клиенты и говорили, что у них комбайны и трактора стоят в поле. Какие убытки понесли они, это мы будем уже обращаться к ним. Следователь был уведомлен об этом, но его не интересовали те документы, которые мы имели, подтверждающие эти факты. В офисе тоже было очень интересно.